Добрый день, друзья! Вот наши четыре белых богатыря в своей обычной позиции лежа греют бока. Вот парочка даже приобнял своего друга. В прошлом видео назвал их викингами, и смотрю в комментариях, действительно, некоторые написали, что подходит им. Такие мощные, мужественные, задиристые. Да. О, смотрите. Погнали, мы опаздываем на поезд. Полин, смотри. И цвет у них такой стал рыжеватый. Но я думаю, что скоро они вновь станут белыми. Шерстка подвыгорит под солнцем. Сейчас пока в саванне львов нету, никто их не нервирует, не вызывает зависть, потому что они сами очень хотят выйти на просторы саванны. Но, кстати, в рубрике «Вопрос дня» Олег Алексеевич Зубков ответил, что часть белых львов выйдет в саванну. Что именно он не уточнил, но скоро мы уже это узнаем. Хорошо поели и спят без задних лап. А когда в саванне начнутся движения, вот тогда они уже так спокойно не смогут спать. По крайней мере, те, кто из них останется в этом вольере, будут рвать и метать. Это такие бойцы, им только повоевать. Почему в прошлом году раньше времени и ушли на зимние квартиры? Хоть они по своей стати, такому образу и схожи с викингами, но по темпераменту больше похожи на каких-то горячих южан. Ну, собственно говоря, они, пожалуй, самые южные животные в парке. Поскольку Олег Алексеевич их предков привез из Южной Африки. А Южная Африка — это уже такая точка, одна из ближайших к Южному полюсу, то действительно эти львы и на самом деле южане так южане. Вот, друзья, так, в обнимочку. Одному уже вроде и лежать надоело, но чем себя занять? Только продолжить сон. Молодцы, дружненько живут. Казалось бы, четыре льва, самца. Какие-то могут быть выяснения, кто главный.
А они как-то это все решили по-родственному. И никто не бьет себя лапой в грудь, что он хозяин вольера. А все на таких довольно равных позициях и ровных отношениях. Удивительно, конечно. Может быть, потому что они по силе все примерно равны. Нет какого-то слабенького льва, которого могли бы обижать. И нет какого-то там супер превосходящего других. Так что, друзья, всем большой привет от наших тайгановских викингов.